Махачкалинец засыпал канал Октябрьской революции, чтобы расширить дорогу к своему кафе. Жители улицы Майского обратились с жалобой в мэрию города. Незаконную засыпку остановили. На нарушителя составлен административный протокол. Его обяжут восстановить участок канала. В настоящее время специалисты изучают документы предприимчивого хозяина бара. Депутаты горсобрания Махачкалы обещают держать ситуацию на контроле. И мы привлекли управление архитектуры и строительства, администрации города Махачкалы, административно-техническую инспекцию, сотрудников органов полиции и приостановили данную деятельность в настоящее время у лица. Опрашиваем, почему осуществляет такую незаконную деятельность. И будем дальше также мониторить, чтобы лица, которые, вот, понимая, что гор носит у нас для города, для республики в целом вообще стратегическое значение, что не осуществляли такое свои незаконные действия, либо сыпка, либо иные ограничения, которые осуществляются в данном направлении. Мы также, кроме того, будут приняты соответствующие меры касаемо обращения ведомства, Министерства природных ресурсов, чтобы в последующем они тоже мониторили прилегающую территорию.